Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр, я приветствую вас на проекте «Строй и живи». У нас уже март месяц, календарная зима в полном разгаре, оттепель и так далее. Поэтому, друзья, у нас сейчас очередь прям подряд мероприятий, встречи с нашими подписчиками, потенциальными заказчиками. Мы уже 24 февраля провели встречу, выложили на YouTube. Мы 17 марта проводим встречу в Москве. Семинар. И 18 марта, друзья, я вас приглашаю всех на выставку «Строим дом», которая будет проходить в Санкт-Петербурге на Васильевском острове в выставочном комплексе «Ленэкспо». Там, друзья, 18 числа я провожу семинар по особенностям каркасного домостроения. И семинар будет проходить с 12 до 12.30. Да, к сожалению, выделили на всего 30 минут, но я вам обещаю, все, кто приедет на эту выставку, они смогут со мной встретиться. Мы найдем там укромный уголок, где спокойно постоим, пообщаемся и отвечу на все возникшие у вас вопросы. Ссылку на бесплатный билет на эту выставку, о том, как туда проехать, все контакты и место расположения Ленэкспо будут в описании. Выставка «Строим дом» – это достаточно большое, глобальное такое мероприятие в начале строительного сезона. Очень актуально для всех, кто хочет построиться в этом году, независимо от технологии. На этой выставке наша компания «СВ Фундамент» будет представлена на отдельном стенде. Схему с расположением и номер стенда будет указан также в описании. Вы можете пообщаться со специалистами компании «СВ Фундамент» на предмет строительство любого вида фундамента в Ленинградской области, либо пообщаться с представителем нашей компании о закупке винтовых свай нашего производства и доставке их в любой регион. Поэтому приезжайте, общайтесь. Кроме этого, на этой выставке, кроме свой фундамент, конечно же, будет представлено еще много других строительных компаний, где вы также сможете со специалистами этих компаний пообщаться, обсудить прелести, достоинства и особенности различных технологий строительства и выбрать свою технологию для вашего любимого дома. И еще хотелось бы сказать, мы выпустили видеоролик с 24 февраля, с семинара, который уже проведен в Санкт-Петербурге. Очень много нареканий есть в комментариях от подписчиков, что нет полноценных ответов на те вопросы, которые там задавались. Я уже объяснял, по какой причине я это сделал. Понимаю вашу досаду на этот счет и предлагаю следующим образом поступить. Мы залили на YouTube полноценный видеоролик на все 3 часа этого семинара. И тем, кто напишет нам на почту строиживи@mail.ru заявку, мы вышлем ссылку на этот видеоролик, и вы сможете ознакомиться со всем семинаром полностью. Поэтому присылайте заявки, отправим вам ссылку. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. С вами, как всегда, был Александр и проект «Строй и живи». До скорой встречи. Пока.